друзья, уважаемые архангелогородцы, сегодня мы в этот действительно замечательный солнечный день собрались здесь на набережной имени Седова, Георгия Яковлевича Седова, для того, чтобы открыть и открыли только что памятную доску памяти Георгия Седова, выдающегося путешественника, мореплавателя, исследователя, настоящего офицера. Это говорит о том, что архангелогородцы помнят своих героев. Действительно, город наш исторический, первый порт России. И все города Архангельска. И видите, 100 лет назад уже Георгий Седов знал, что и открыл Северный полюс, и знал, что уже вот спустя 100 лет будет разработка и месторождений. И прирастать будет Россия как раз шельфом. Вы видите, какие выдающиеся были люди. И, конечно, этих людях надо помнить, надо их чтить, брать пример с них. И чтобы нашей, приятно, что сегодня много молодежи, чтобы этот пример был для нашего подрастающего поколения. Набережная Седова еще, я считаю, недостаточно обустроена улица, но я вам докладываю, что есть проект, он уже на выходе о реконструкции набережной Седова. Есть также объявленный конкурс на памятник первой экспедиции, возглавляем Георгий Яковлевич Седов. Я думаю, что это место, любимое место саламбальцев, да и горожан, действительно станет памятным местом, мемориальным местом памяти нашему выдающемуся ученому и местом отдыха горожан. Спасибо всем большое. Он внес большой вклад в дело освоения нашего севера. Прежде всего, он составил гидрографическое описание устьев реки Хвалы. Он составил гидрографическое описание, уточнил положение островов Новая Земля. Он создал программу, которая предусматривала ежегодное круглогодичное освоение и жительство моряков и полярников на Северной Земле.